Поймали дикую курицу. Маринованную. А, шикарная курочка. Только что бегала. В упаковке, правда. Давай, шестой, жми! Ну, наверное, а вот это, сцепился. Ну, как? Ну, Что, у нас обкатка еще, да? Я думаю, уже нет. Я думаю, да? Уже обкатали, походу. Это что, я следующий? Скажи пару слов. Тут уже, папа, а я тут уже. Скажи, я люблю квадрики. Эй, квадрики. Давай, посмотри. Как это лужи застряли. Ледокол! Вроде бы небольшая лужица, но представила себе большую опасность. Отстань, Артём. Хорошо, что я оператор, мне нельзя пачкать руки. Все, пипец, доставайте его. Газу! Давай, Ромик, пошел сходу. Газу всю! X6, это же круто, это же БРП. Не, давай дальше разгонять. Спасибо.
Отходи, отходи от него. Отходи, отходи, отходи. Ну? О, еще две большие. Саш, ты только никуда не ходи. Сейчас папа возьмет горку. Он забыл просто, какую передачу надо включить. Надо еще вытаскивать. Дышку надо убрать. Ладно, придется пачкать руки. Давай, давай. Ну давай, Ром, сейчас попрем. Куда поехал? Давай, вставай туда. Ага. Давай, 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 давай. Вон в ту ямку. Сейчас посмотрим, как 600-500. Ну что же ты, Семен, а? Что это у тебя такое? Я по-умному уже проехал. Ну ладно, я попру. Будем американцев убивать. Пойди. Артём, Саш, найди от воды. Новая цевка отказалась нырять в грязь. Он не хочет показывать свое лицо. А что, вот давай здесь. Здесь? Хитрить будет. Чем сади? Где поедем? Я снимаю, мне нельзя. Форсируем реку. Первая пошла ЦФ-ка.
Прощай, прощай, цеха! Рома, газу! Я в ботинках, я не могу к вам присоединиться. А сын, ты тоже в ботинках? Наверное, надо лебедку там. Сын, лебедка-то у тебя работает? Хорош нахрен, а то сейчас перевернем. Неудачная попытка. Блин, что, о, здесь сил. Ты что, дальше хочешь переть? Нормально, а у меня лебедки нет. Будем форсировать все. Ай, блин, тону назад. Прикольно. Назад дороги нету. Фу. Куда деваться? Подгазовый. Один перебрался. Теперь наш очередь. Я хрен знает, короче. Может, нам повезет. Или не зальем свои аппараты. Что дальше будем делать? Дальше попу заносить. Попу мы к вам перейти не можем, наверное. Попу. У нас сапоги маленькие. Хреново мы подготовились, Сень. Давай. Оп. Оп. Не переверните ее. Да перевернете. Вот так у нас проходит в воскресенье. Эй! А давай знаешь как? А мы как? Еще надо перебраться по Лярису и пятисотки. А мы вот там, да. Сейчас нырнем прям с берега. Ты передок выключи, подгазовый, и он про это. Создвинет. Эй, куда ныряешь? Блин, бензопилу надо с собой брать все время. Сейчас бы два дерева завалили и пипец. Нет, мы поедем искать конец. Мы нахрен поедем вокруг. Мы им конец рейсу. Нафиг надо. Эй! Давай я что-то там зачем-то ребятку сейчас куплю.
там в воде. И вот больше нет здесь рыбок. Может там помельче? А чё ты передок не включил? Включи передок-то! Передок включи, Роб! Блин, ни хрена себе, как мы там поедем с ними. Итак, Кромик победил речку. Ты победил, молодец! Нас только перетащи еще. Вот у нас препятствие. Пытаемся пробраться. Один переехал. Еще двое должны. Прощай, Полярис. Сенька, подготавливает сразу лебедку. Да, Саша. Итак, путь отправляется с CV500. Ну не глуши, да. Не глуши, а то вода попрет. Прощай, CF500. CF-Moto 2. CF-Moto 502. Все, хорош, ладно. Нет, ты сильно-то не газуй. Хотя бы на берег. Антох, у тебя руки чистые? Ну, перчатки сними. Я не мог, Верон. Ну, вытри, ёпта. Во что? Я не знаю, задница. Задница, мне тоже мокрая, грязная. Видишь, он сам почти выехал. Я больше всех проехал. На, держи. Ребята! Ребята!